проехать в наземном общественном транспорте или метро без наличных в кармане, да еще также без наличных и очередей приобрести билет на пригородную электричку теперь могут жители Казани. В столице Татарстана реализован уникальный для нашей страны проект. Городской пассажирский и пригородный железнодорожный транспорт объединен единой платежной системой. Данный проект наша компания реализовала на участке от города Арска до города Зеленодольска. Уже сегодня жители города Казани и гости столицы Республики Татарстан имеют возможность воспользоваться единым электронным проездным документом для оплаты проезда как в городском транспорте города Казани, так и на пригородном железнодорожном транспорте. На городском транспорте Казани единая карта уже полностью заменяет бумажные проездные документы, а вот на электричку билет все равно приходится приобретать. Но с электронной карточкой это занимает считанные секунды. В каждом зале пригородных вокзалов стоят специальные терминалы. Карта прикладывается к электронному считывателю, вводится маршрут поездки, несколько несложных операций и билет на электричку в руках пассажира. С этой картой пересадка с одного вида транспорта на другой вообще не составляет никаких проблем. Могу пользоваться и автобусами, и троллейбусами, и пригородным сообщением. Для меня очень удобно то, что без наличных денег на любой вид транспорта я могу приобретать билет моей транспортной карты. Не надо стоять в очередях на кассах, и я не теряю времени, успеваю везде. Сотрудничество железнодорожников компании «Содружество» и пассажирского комплекса «Татарстана» – лишь первая ласточка. Сегодня ведутся активные переговоры с правительством Удмуртии по интеграции транспортной карты и в этом субъекте Российской Федерации. В планах у пригородных железнодорожных компаний применение технологии, по которой для приобретения билета потребуется лишь поднести к электронному терминалу мобильный телефон.